Всем доброго утра. О, ничего себе, у нас тут нападало. Смотрите, какие вещицы-то хорошие, которые нужно будет срочно забрать. Свалка и золотые выжившие. И тут еще свалка. О, да тут еще даже две свалки. Ничего себе, 13. 13 и 16. Это 16, 26, 42. 42 коричневые штуки. На секундочку, а тут в покупках у нас... И тут 32. Ничего себе, бесплатно как привалило хорошо. Надо будет, единственное, забрать успеть. Смотрите, в общем, что произошло. Мы поставили ком 4-му базу. Вчера ночью я уж не стал записывать видео, поставил, да спать лег. 2 дня 17 часов. Базу около фри сейчас поставим. Всегда, если что, ком 4 будет доступен, если вдруг фри надоест играть или что-нибудь произойдет. Плюсом мы от этого кома 4 пойдем вот к этому 3-му кому заберем. И вот этот 3-й ком заберем. Для чего это все делается? Для того, чтобы во втором сезоне у нас дополнительные были бафы. Бафы, в принципе, неплохие. Считайте, атака бойцов ближнего боя плюс 5%. И очки за победу плюс 10%. Во-первых, качаться быстрее будем. Во-вторых, атака бойцов на плюс 5% поднимется. Здесь атака всадников. Ну ладно, атака всадников — это не страшно. Это просто для процветания уже больше ком нужен. Ну и для наград, что, награды лишние, что ли. Считайте, тут 5% к бойцам. Тут 5% бойцам. Итого уже 10%. А 10%, извините меня, это не хиленький уже прирост, как-никак. Так что я считаю, что такая вещица, как комы, она нужна. Я бы еще бы не отказался, если бы вот этот бы вот комчик забрать. Потому что тут скорость сбора плюс 10%. Ну и атака снайперов в дальнейшем, я думаю, нам тоже понадобится. Но в любом случае, мы сейчас вот от этого кома кинем сюда, к левому посты. Верхнему посты и вот к этому посты кинем. В принципе, постов нам должно хватить. Что у нас сейчас на данный момент по постам? Территория, склад, здание. У нас 57 постов. Ну, хотя, слушайте, не факт, что хватит. 57 постов. Считайте, сюда мы штук 10 кинем, сюда штук 10, да? Сюда штук 10, 10, 20, 30, 87. И, допустим, сюда бы нам еще хватило плюс. Плюсом. Итого около 100 постов. Ну, можно будет еще куда-нибудь, возможно, вот сюда вот кинуть. В общем, посмотрим. Пока вот такой вот план. Посмотрим, что из этого получится. Ну, дела вот такие обстоят.